Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» начинает свою работу у эфира. У студии Наталья Игнатенко. Доброй раницы. Глядите в этом выпуску. Экологи взяли на анализ воду с Мельчанского водоема. Перемогут лепшие. Сегодня отбудется конкурс профессийного майстерства повара у Гомельского комбината школьного харчевания. Где найти клопотливую бабулю на одну годину? Незвычайную послугу пропонуют у Гомеле. А зараз об гэтым и іншым больш падрабязна. У водоёме на ускрайку Гомеля вода нечакана набыла зялёны колер. Такая информация з'явілася у одной из популярных социальных сеток и вызвала бурное абмеркаванне. На место выехали специалисты областного комитета природных ресурсов и аховы навакольнага асяроддзя, якія узялі неабходныя пробы воды. Першымі выніками пацікавіўся Алекс Сенцероў. Так званая Мельчанская канава природным водоемом не заявляется уже около 4-10 годов. Зараз и официальная назва – технологичный водоем. Главная задача – прием стековых вод, которые потом накировываются на очистное збудование. Экологи перекананы, размова об отручивании водоема не иде. Подчас проверки на это одразу звернули увагу. Корыстной рыбы тут нема давно, а линейкие дробные виды живут. При обследовании группы, созданной в комитете данного участка водотока Мельчанской канавы, нами были обнаружены стайки молодерей. Они не подавали признаков какого-то отравления, либо чувствовали себя хорошо. Поэтому можно судить о том, что и признаков погибшей рыбы обнаружено не было. Как правило, в такой период, в холодный, эти признаки имеют место довольно длительное время. Даже в порядке в течение месяца можно определять, был ли замор рыбы или нет. В данном случае однозначно не было. Зараз экологи разглядают несколько вариантов, как вода набыла зеленый колер. По-перше, сюда трапляют ливневые стеки за двух районов Гомеля. Не выключено, что в вынику таяния снегу у минулые выходные с городских улиц смыло некие речевы. При этом размова не идет об химичных фарбовальниках. Их рештки были бы обовязково бачные. На территории Гомеля имеется 15 выпусков ливневых сточных вод от каждого района. Вот данный выпуск в Мельчанскую канаву – это территория Советского железнодорожного района. Подчас выезду на место экологи взяли пробы воды из Мельчанской канавы. Правда, выники проверки будут ведомы не ранее, чем простый день, бо меркуется провести поширенное доследование. Сегодня стековые воды у этого водоем могут официально скидывать несколько предприемств, але обовязково только после очистки, проведенной непосредственно на вытворчасти. Разом с тем экологи не выключают вероятности порушения этого потребования. Коли отрымается, у вынику проверки можно будет вызначить докладные соли металлов, которые трапили у канаву, и по их удокладнить предприемство, где такие металлы выкористовываются. Спектр предприятий достаточно высок, но теоретически можно сузить этот по специфическим веществам, можно сузить круг предприятий, которые потенциально могут оказать данное воздействие на эти вот сточные воды. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Подчас совместного профилактичного мероприемства «Белтехогляду» и ДАИ у Гомельской области до отказности за отсутности «Дзярштехогляду» притягнуто маль 2000 водителей. Это каждый четвертый от усіх, кто проходил проверку. По ее выниках складено 50 администрационных протоколов у дочинении до службовых особ, которые допустили до удела у дорожным руху автомобили без техогляду. По словам сотрудников ДАИ, звычайно, порушальников можно выявить и без проверки документов. Их автомобили имеют не лепший внешний выгляд и видовочные прикметы несправности. Сами автомобилисты признаются, что головная причина, по якой яны не проходят техничный огляд – отсутность сродков. Однако это не является подставой для их удела у дорожным руху. Техничная несправность автомобиля может привести до трагичного зыходу. Госавтоинспекция напоминает, что за эксплуатацию дорожного движения транспортного средства, которое не прошло гостехосмотр, предусмотрено административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа от 1 до 3 базовой величины. За такое же нарушение, совершенное повторным в течение года, штраф от 2 до 5 базовых величины. Должностных лиц ожидает штраф в размере от 2 до 6 базовых величин. Белорусская чыгунка с 1 студеня повеличивает памер скидок для организованных групп пассажиров. Яны будут распаўсюджвацца только на техники, которые рухаются по международных маршрутах. Так, с наступного года пассажиры, коли оплачивают проезд по групповым проездным документе, смогут различивать на наступные скидки. 20% для групп от 10 до 24 человек и на 30% при 25 и более пассажирах.
Лепших поваров Гомельского городского комбината школьного харчевания назовут сегодня. Профессийное споборництво отбудется у ресторане «Галактика». Смачно, оригинально, а главное – корыстно. Эти критерии необходимо будет уличивать удельникам при приготовлении конкурсных страв. За головный приз будут змагаться 5 команд. От каждого района Гомеля, а так само сборная молодых специалистов. Вызначать лепшего будут не только серед работников школьных столовых. Особенно будут споборничать повары ресторанов. Наши повара покажут свои профессиональные навыки, потому что наши дети всегда хотят кушать вкусно, полезно и качественно. Гомельский городский комбинат школьного харчевания обслуговывает 94 установы эдукации. Конкурс профессийного майстерства «Лепший повар» на предприемстве ладить один раз у 2 года. Незвычайную послугу под назвой «Бабулина годину» пропонує Новобелецкий центр социального обслуговывания насельництва. Скористаться ею могут у первую чергу шматдетные неполные семьи и те, что опинулися у тяжкой життєвой ситуации. «Бабулина годину» сможе забрать дитя с садка чи школы, зробить ему уроки або приготовить обед, покуль батьки на праце. Причем все это бесплатно. Куда звертаться за клопотливыми бабулями, ведая Ганна Ковалева. 9-годовая Даша вітає бабу Марию як родную. У будні дні пенсіонерка зустрікає дівчинку зі школи. Для Дашиної маті така допомога – справжнє врятування. Покинути працю у гэты час, каб поклопотіться про дитя, яна не може. Проблему вирішив проєкт «Бабуля на годину», одной з яких з'являється Марія Набєбіна. На пенсії яна більше як 15 років. Своїх дядей і внуков вигадувала. Тепер допомагає іншим. Ви знаєте, це якось, мабуть, то ли судьба, вот что-то мне так еще кому-то надо помочь. Знаете, что у меня нету тут внуков, так я вот уже с ними, так они мои и родные. Социальный проект запустил Новобелецкий центр социального обслуговывания насельництва. У роли бабули на годину наведывальница отделения для громадян пожилого взрослого. Их допомогой поспели скористаться 4 семьи. Для меня этот человек, она как мать для меня. У меня мама умерла, и вот она заменила мне и мать, и внукам заменила. Моим детям заменила бабушку. Очень любим ее. Мы рады очень, что она в нашей жизни есть. Она нам очень помогает. Она и уроки помогает делать. Порой даже бывает, приду с работы, даже обед уже приготовлен. Они так стараются. Она учит всему их. Авторы идеи сподяются, бабули будут особливо корыстные молодым мати, которые не ведали своих батьков и выросли у интернатных установок. Звездки об их есть у специальной базе центра. Попросить допомоги могут и все жадающие. Варто звернуться у центра социального обслуговывания на Ильича 49 або набрать номер телефона 37-44-87. Покуль послуга доступная только жихарам Новобелецкого района. Але энтузиасты упэўнены, идея будет цікава и іншим территориальным центрам. Наверное, мне хотелось бы видеть, чтобы эти мамы, которые наши бабушки, которые оказывают им мудрым своим советом помощь, чтобы они сказали нашим бабушкам огромное спасибо за ту помощь и за тот путь правильный, за то направление правильное в жизни, которое показали наши пожилые граждане. Многие из пожилых волонтеров у минулым педагоги, медики и люди инших поважанных профессий. Есть навод кандидаты наук. Покуль улику волонтеров только бабули. Однако цікавость до проекта проявляют и пожилые мужчины, которые наведывают центр. Тому авторы проекта упэўнены. Хутка у штате волонтеров з'явится и дядули. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». У Гомельском кинотеатре «Мякалинина» завершается черговый этап реконструкции. Как чекается, 15 снежня глядачам представить обновленное фойе, выполненное у люстерковом стиле. Проведенные работы примерковали до Дня белорусского кино. Наши корреспонденты наведали установу. Кинотеатры «Мякалинина» можно лишить правопераемникам. Первые на территории региона – кинозалы, а якая у 1912 году открылась при гостинице «Совой». То и помешкание дарыши заховалось до нашего часу. И за разлишится малой залы кинотеатра. У ближайший час у ее плануется сделать ремонт по лепших европейских стандартах. Покуль же вся увага в великой зале, где не просто заменили усе креслы и навод створили 2 специальные рады для вип-глядачов и закаханных, але и усталявали экран агульной площади у 200 квадратных метров. Самый великий сирот кинотеатру Беларуси. Черговый этап реконструкции фойе, якое было побудовано у 1968 году. За уластные сродки и по уластным проекте ему надали принципово новый выгляд. Каб глядачи одразу разумели, яны трапили у каску, ти докладней у кинокаску. Когда человек идет в кино, когда он сделал свой выбор посетить тот или иной кинотеатр с просмотром фильма, он хочет попасть в сказку.
в сказочный мир иллюзий, в зазеркалье. Поэтому у нас и колонны оформлены зеркально, плитка зеркальная, вся пол в таком вот виде. 16 снежня у одновленном фойе кинотеатра имя Калинина установят новогоднюю елку. А днем ранее, подчас премьеры новой стужки, с обновленным интерьером смогут ознакомиться жыхары города. При этом у администрации коммунального унитарного предприемства «Гомель киновидеопрокат» запевнивают. Гэтым кинотеатром развитие киносетки в регионе не обмежуется и огучивают планы на наступный год. Мы прорабатываем сейчас возможность приведения в порядок кинотеатра «Восход» в городе Добруши, открытие кинозала, такого многопрофильного небольшого кинозала в городе Ветке, завершение работ в малом зале кинотеатра «Восход» города Житковичи. Поэтому, в общем-то, планы есть, и будем надеяться, что экономическая ситуация нам позволит их реализовать. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Размова об перспективах развития кинопроката пойдет сегодня в черговой программе «Диалог». Гостем студии станет генеральный директор коммунального унитарного предприятия «Гомель киновидеопрокат» Александр Лаурененко. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» в 19:20. Онлайн-трансляция доступна на сайте tvrgomel.by. Свои питання вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона прямого эфира у «Гомеля» 77-68-45. У новогоднюю майстерню Деда Мороза запросила областная библиотека имя Ленина. Юным наведвальникам пропоновали окунуться в атмосферу цуда и зарабить сувениры своими руками. Выстава открыла эстафету святочных мероприемств у библиотеки. Экспозицию склали галоўныя новогодние атрибуты – костюмы казачных персонажей, карнавальные маски, цацки и сувениры. А кроме того, первые наведвальники убачили представление с уделом Деда Мороза и Снегурки и приняли удел у майстер-классе по створению снеговиков. Юных аматоров книги чекают тут так само 25 снежня. Для детей рыхтуют святочную программу «Новый год» у библиотеки с конкурсами, гульнями и выступлениями Народного аматорского театра «Граки». 25 декабря с 13 до 17 часов. Ребенок на различных площадках окунется в страну читалию, в сугроб идей, в какие-то поделки, в какие-то интересные игры. У нас даже будет литературное казино. Кульминационным моментом будет спектакль, который на нашей сцене исполняют артисты нашего единственного в Беларуси библиотечного театра. ЧП под Новый год или необычное приключение Деда Мороза. И в спорте. У 14-м туре чемпионату Беларуси по мини-футболе гомельская команда БЧ на своем поле примала дзеючага чемпиона Литсельмаш. Не прошло и хвилины, как гости вышли наперед. Стартовый натиск Литсельмаша принес плен. Голевый удар на свой рахунок записал Дмитрий Иванов. Прос 15 хвилин БЧ отримала право на штрафный удар. Виктор Волков пробил бездокорно 1-1. Правда, меньше за 2 хвилины спотребилось Литсельмашу, как снова выйти наперед. Зидилашвили пяткой замкнул передачу партнера. Чыгуначники прикладывали все намагания, каб зравнять лик. Однако трымалася над ворот. Зидилашвили поразил пустые вороты господаров. Выниковый лик 3-1 на корысть Литсельмаша. Несмотря на проблемы кадровые в составе, наигрывали, готовились к сопернику. Ну, немножко не вошел в планы быстрый гол. Он никогда входить не может. Но благо потом забили 1-1. В принципе, чуть-чуть опаснее, возможно, чуть острее сыграла Литсельмаш в первом тайме. Ну, у нас было пару моментов. После перерыва они перестроились, понятно, играли по счету. Вот, мы свое не реализовали. И так получилось, что пятером мы не забили. На жаль, не змаглі набраць ачкоў у 14-м туры і іншыя прадстаўнікі Гомельскай вобласці. ВРЗ саступіў сталіцы, агракамбінат паўднёвы Мапіду, АЦКК Аматару. Гэта, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. І на гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Мы сочым з развіццём падзей у Гомелі вобласці. Заставайцеся з намі.